Добрый день, меня зовут Иван Арасвалов, я являюсь менеджером по продукции Hikvision компании DSSR. В четвертом квартале 2014 года компания Hikvision выпустила на рынок новую линейку IP-камер HiWatch. Камеры линейки HiWatch предназначены для бюджетных проектов. Далеко не все заказчики готовы перейти на IP-оборудование. Таких несложных проектов, как наблюдение за придомовой территорией, установка камер в квартире, либо небольшие магазины, выбор заказчиков часто падает на аналоговое видеонаблюдение, либо на IP-камеры неизвестных производителей. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. В случае использования аналогового видеонаблюдения вы получите оборудование достаточно низкого разрешения. IP-камеры дают разрешение 0.4-0.5 мегапикселя. В случае использования камер неизвестных брендов вы можете столкнуться с некачественными комплектующими и завышенными на бумаге характеристиками. Компания Hikvision выпустила бюджетную линейку оборудования HiWatch и дала возможность своим клиентам пользоваться качественным оборудованием по доступной цене. С появлением оборудования HiWatch было вызвано достаточно много вопросов. Я отвечу на два основных из них. Во-первых, камеры HiWatch делаются на заводах Hikvision. И второе, срок гарантии на камеры HiWatch составляет 2 года. В камерах HiWatch есть основные функции, необходимые для видеонаблюдения. Это 3D шумоподавление и цифровая реализация функций широкого динамического диапазона. Несмотря на свое бюджетное позиционирование, в камерах HiWatch присутствуют и элементы аналитики. Это такая функция, как область интереса. Камера HiWatch DSN201. Это миниатюрная цилиндрическая камера, предназначена для использования вне помещений. Разрешение данной камеры составляет 1,3 мегапикселя, размер матрицы 1,3 дюйма. Камера комплектуется объективом 4 мм, либо 6 и 12 мм опционально. Камера DSN211 – это купольная камера, предназначенная для использования как снаружи, так и внутри помещения. Камера комплектуется объективами 2,8 либо 4 мм, разрешение данной модели 1,3 мегапикселя, размер матрицы 1,3 дюйма. Хочется отметить, что модели DSN201 и DSN211 полностью идентичны и отличаются только своим исполнением. Камера HiWatch DSN241. Это миниатюрная камера, предназначена для использования внутри помещения. Разрешение данной модели равняется 1 мегапиксель, размер матрицы 1,4 дюйма. Камера выделяется такими функциями, как встроенный микрофон, пассивный инфракрасный датчик, инфракрасная подсветка с дальностью до 10 метров, разъем для подключения microSD-карты размером до 64 гигабайт, тревожные входы-выходы, встроенный динамик. Камера комплектуется кронштейном, удобным для монтажа. При покупке камер HiWatch в офисах компании DSSL либо у партнеров компании DSSL вы получаете лицензии к профессиональному программному комплексу Trasir в подарок. До скорых встреч! Спасибо за внимание!